Сегодня единственное в регионе информационно-аналитическое ток-шоу «Вечерний хэштег» празднует юбилей. Эфир 500-го выпуска. Напомню, программа выходит каждый вечер по будням. Ведущие в прямом эфире поднимают резонансные темы, волнующие не только тюменцев, но и жителей всего мира. В обсуждении участвуют федеральные и региональные спикеры. Также свое мнение высказывают зрители, которые пишут комментарии и звонят в студию. Именно для них авторы ток-шоу запустили акцию. Тот, кто в течение месяца напишет больше всего интересных комментариев под постом с прямой трансляцией, станет народным экспертом вечернего хэштега и получит в подарок новый смартфон Honor 50 на 128 гигабайтов. Каждый может принять участие. Мы обязательно пригласим этого народного эксперта в студию к другим экспертам и познакомимся с нашими зрителями. Даже, например, если у человека нет мобильного телефона, есть только телефон такой стационарный, пожалуйста, звоните 682-147, телефон прямого эфира. И если человек будет звонить очень долго, упорно и также оставлять свои комментарии, мы, конечно, учтем и этого участника.